Здравствуйте, мои дорогие! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня хочу вам показать, как приготовить хан-кебаб в духовке. Покажу такой способ, чтобы ваша духовка не загрязнялась маслом. То есть будем приготовить фольги. Я резала мясо. Будем использовать сердце, легкие и печень баранина, жировую сетку. И по вкусу использую соль и черный перец. Смешиваю. Видите, толстые части жировой сетки буду резать на кусочки и добавлю к мясу. Я положила в жировую сетку мясо. Видите, толстая часть жировой сетки добавила к мясу. Скрутим фольгу. В 200 градусов на 40-45 минут будем готовить в духовке. Итак, наш хан-кебаб готов. Как видите, жир остался в фольге. Запах очень приятный, очень вкусный. Дорогие друзья, хан-кебаб наш готов. Очень мягкий, очень вкусный. Приятного аппетита!